Полвека любви. В здании Магнитогорского концертного объединения чествовали супружескую пару Правобережного района, которые отметили золотой юбилей семейной жизни. Организаторы праздника произносили со сцены теплые слова пожеланий, а юбиляры делились секретами взаимопонимания. Как сделать так, чтобы союз не оказался браком, узнавала Евгения Салахутдинова. Золотой стаж семейной жизни и полувековая история любви. Пары, которые отметили 50 лет со дня свадьбы, собрались сегодня в здании Магнитогорского концертного объединения. Сочетались с законным браком они в далеком 1968-м, но до сих пор помнят и торжественный день регистрации, и, конечно, день знакомства. Александр Петрович и Мадина Хаевна Нагаевы смеются. Их любовь – настоящая химическая реакция. Сдружила супругов преподаватель вечерней школы по химии, заметив симпатию молодых людей друг к другу. Все житейские перипетии, какие бывают у людей, они у нас тоже были, случались, было всяко. Ну, перетерпелись, вот сейчас уже последние годы, можно сказать, уже так прикипели, что уже сейчас топором не нас не разрубишь. Родные люди. Да, мы одно целое, можно сказать так. Свой секрет долгих семейных отношений они передали по наследству. В декабре этого года их дочь отпразднует вместе со своим мужем 30 лет со дня свадьбы. Уважать друг друга и не ссориться по пустякам – это принцип, которого супруги Ушаковы придерживаются уже 5 десятков лет. Их история любви началась на праздничной ноябрьской демонстрации. День революции стал для них счастливым. В семейной жизни же никаких переворотов они старались не совершать. Раньше казалось, ой, как это много, 50 лет. Не доживем. А тут мигом как будто бы пролетело все это. А молодым мы желаем, самое главное, любить друг друга и уступать во всем. Теплые слова звучали сегодня и со сцены. 32 супружеские пары с золотым юбилеем поздравили президент Магнитогорского технического университета Валерий Колокольцев, представители администрации Правобережного района. Главное пожелание – драгоценные отношения друг к другу нести и дальше, и являть собой пример для подрастающего поколения. Ведь отношение к браку в последнее время очень сильно изменилось и, увы, не в лучшую сторону. Безусловно, является примером для молодоженов, для создания семьи, потому что вот так крепость, те чувства сохранены в течение 50 лет, идут рука об руку, поэтому это очень дорогого стоит, и я думаю, что эти традиции нужно передавать. Одной паре молодоженов традиции были переданы в тот же день на сцене. Карина и Александр Шумилины полчаса назад обменялись кольцами и теперь принимают поздравления и наставления от ветеранов супружеской жизни. В качестве талисмана для них – цветущее деревце. Храните это дерево, начинается ваш зеленый путь. Храните его как талисман. Спасибо, что нас сюда пригласили. Нам очень приятно, волнительно и почетно. Можно я вам руку пожму еще раз? В завершении вечера юбиляров поздравили артисты Магнитогорского концертного объединения. Также организаторы встречи подготовили для виновников торжества небольшие подарки. Евгения Салахутдинова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН.